Любите животных и рисовать? Тогда вы можете поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Зоосемья» и даже попробовать себя в роли иллюстратора детской книги. Идея провести такой конкурс пришла не случайно. Прошлый год для детского зоопарка был очень продуктивным. Родилось много зверюшек, которых и должны нарисовать посетители. Хотим издать такую книгу, которая посвящена будет всем детенышам детского зоопарка, родившимся в прошлом году. То есть весь приплод за 16-й год, там будут... В этой книге размещены стихи, такие коротенькие стихи о каждом из этих животных. И одесские дети нарисуют рисунки, иллюстрации к этим стихам. И будет такая книга стихов с иллюстрациями. За прошлый год в зоопарке родилось более 40 видов животных. Это верблюды, ламы, косули и даже 2 тигренка и 1 львенок. Кроме этого, зверинец пополнился редкими породами птиц, такие как ястреби и тетеревятники. Они размножаются только в нашем зоопарке. Игорь Беляков уверен, что богатый приплод связан с хорошими условиями проживания зверей. Ястребы, тетеревятники, птицы, которые размножаются только в детском зоопарке. И за всю историю Украины, в общем, никогда никто ее не мог получать приплод. Этой птицы. Мы открыли новый тигрятник, который построили для наших тигров. Они несколько десятилетий у нас тигры вот, разных поколений. Они жили в тесной клетке такой железной. И сейчас они уже вот второй год как живут в больших апартаментах, в современном тигрятнике. И тигры ответили на эту заботу тем, что мы получили 2 тигрят. Детские рисунки, помимо развлекательной цели, должны повысить интерес к миру животных, а также помочь в развитии творческого потенциала юных дарований. Ребенок должен выбрать понравившуюся зверюшку и нарисовать ее на бумаге. Победитель получит бесплатную экскурсию по зверинцу. Книгу планируют издать уже в конце года, а иллюстрации будут принимать до 1 марта.